Доброго здравия, товарищи! Приобрел тумбу для ЧПУ станка. Сегодня мы ей как раз и займемся. Я на ней сижу. Сейчас покажу поближе. Опа! Самая обыкновенная, в принципе, ничем не приметная кухонная тумба. Под раковину. Изготовлю верхнюю крышку. Длина размечаемой детали 490 мм на 470. Опа! Опа! Разумеется, пилить я буду по направляющей. Только так можно обеспечить более-менее ровный рез. Кстати, был недавно в магазине. Есть у нас такой магазин в Украине, Аврора называется. Все из Китая, все дешевое. Приобрел вот такую переноску. Очень неплохая. Я поначалу думал говно-говном и взял чисто ради провода. Силикон очень маленький. А оказалось, очень даже работоспособная вещь. Чем классно, что запуск этих розеток, если можно так сказать, осуществляется. Включил, есть напряжение. Тут даже USB. Выключил, нет напряжения. Очень удобно. Зафиксируем. Здесь будет располагаться станок. Соответственно, нам необходимо обеспечить максимальную жесткость этой тумбы. Я думаю, одних саморезов недостаточно, как крепежа. Задействуем еще и уголки. Вот хотите верьте, а хотите нет, с самого, можно сказать, младенчества знал, что лучший способ избежать откручивания гайки, это навернуть еще одну гайку, так сказать, контргайку. Практически собрал нашу тумбу, но вот в чем дело, ДСП, оно и есть ДСП, гадство, жесткости маловато, в связи с чем мной были приобретены две вот такие трубы. Прямоугольная труба. И что? Насверлил отверстий и планирую вот так их зафиксировать. Надеюсь, это добавит жесткости. Боковыми ребрами жесткости я не ограничился. Еще организовал две вот такие растяжки. Одна здесь. И две вон там. Стала гораздо жестче конструкция. В целом я остался доволен. Следующее, что потребуется сделать, разобрать станок, точнее снять одну его часть. Для того, чтобы с этой вот стороны заложить еще одну гайку, с помощью которых наш станок и будет крепиться к тумбе. Хотите верьте, хотите нет, я уже столько раз его разбирал, что скорее всего смогу произвести эту процедуру и с закрытыми глазами. В принципе, ничего сложного. Купил на металлобазе вот такой лист металла 5 мм, тяжеленный, торба. На нем будет крепиться наш станок для повышения жесткости. Опять жесткость превыше всего. Thank you.
выступающие части болтовых соединений срежу, дабы в процессе эксплуатации, не дай бог, не зацепиться за эту вещь. В общем, отныне станок на тумбе. Тумба. Загадочно, эротично. Тумба. А скажу сразу, изначально я хотел эту тумбу установить на колеса. Такие колеса, знаете, как от тележек. Установил эти колеса, очень мне не понравилось. Жесткость терялась мгновенно. Колесики маленькие и не то пальто. Что я планирую? Я планирую эту тумбу зафиксировать к стене, чтобы было пожестче. Станочек из алюминия, посему сильно большой жесткостью похвастаться не может. И каждый... все должно пожестче быть. Хотя бы основание, я так считаю. Пишите свое мнение, будем общаться. Жму руку. Скоро закончим сей проект. Пока.